Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале по обзору ICO, где выбираю самые интересные и успешные, на мой взгляд, проекты. И сегодня я хочу познакомить вас с проектом под названием AusPaper, AusPaper Coin, и сделать обзор на их сайт auspaper.io. Так, здесь у нас сразу видим языки, переведено на английский, на китайский. Вот здесь есть ссылочка на white paper, обязательно его читайте, знакомьтесь, те, кто хочет вкладывать сюда деньги, так как там есть вся необходимая информация по проекту, которая вам может понадобиться. И давайте перейдем сразу на русский язык, чтобы нам было понятнее, чем он будет заниматься этот проект, и поехали знакомиться. Во-первых, сразу рассмотрим проблемы, которые будет решать данный проект. Он хочет отметить, что в эпоху информационных технологий технологические достижения сильно изменили жизнь людей. Но до сих пор многие компании следуют устаревшим уже методам физической рассылки данных. А цифровая доставка данных сейчас не совсем та, которую хотелось бы видеть. Потому что современные решения цифровой доставки в основном централизованы, и конфиденциальность не может быть гарантирована. И вот AusPaper нам предлагает такое решение, чтобы объединить блокчейн, криптографию, биткоин и другие современные технологии для создания одноранговой платформы цифровой доставки данных. Все данные являются конфиденциальными, за исключением указанных получателей. Также данные проверяются на неизменность вплоть до каждого бита. Операции на данную выполняются надлежащим образом и регистрируются среди коллег, поэтому истории доставки являются общедоступными, но не поддающимися проверке. Так, в общем, да, использование блокчейна для конфиденциальности передачи данных и максимальной скорости. Вот здесь в этом видео можно посмотреть как подробнее, как будет работать вот это вот все дело. Также здесь основные преимущества расписаны данного проекта. У нас информация вот здесь по коинам. Софткап по сбору 25 тысяч эфириума, хардкап 250 тысяч эфириума. Токен называется AUPC, и 1000 токенов равняется 1 эфириуму. До конца продаж осталось 78 дней. Здесь по этой ссылочке можно приобрести токены. На этих графиках можно посмотреть, как будут распределяться токены. Также можно с дорожной карты на 18-19 код посмотреть все их планы. Познакомиться также с самой командой. Вот про каждого можно, кстати, посмотреть в профиль, почитать, кто где работал, чем занимался, сколько опыт в данной сфере присутствует. Ну и для тех, у кого остались еще какие-то вопросы после заполнения сайта и своих папером, вот здесь можно подписаться по почте, связаться с командой и задать вопрос, который вас интересует. Вот у меня по данному проекту все. Хотелось бы отметить, что мой канал носит чисто информативный характер, и куда вкладывать свои деньги, выбор только за вами. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.